Всем привет! С вами программа «Балу», где мы разговариваем о жизни ваших питомцев. И сегодня для начала отправимся в приют для безнадзорных кошек и собак. В этом вольере у нас несколько лет жил пират. Он прям настоящим другом был своему хозяину. Хозяин у него умер где-то на улице, и он несколько дней не подпускал к телу ни скорую, никого. Еле-еле с МЧС получилось вывести хозяина и забрать собаку сюда, в этот приют. Но в прошлом летом пират у нас умер, он уже был очень старенький, ему было больше 12 лет, и умер от сердечной недостаточности у меня на руках. История приюта началась в 2016 году, когда на базе отдыха в Полянах добрые люди арендовали вольер для бездомного пса. Потом к этому псу подселили еще одну собаку, потом еще одну, построили новый вольер. 5 вольеров нам хозяин базы разрешил здесь организовать приют, и все, что здесь, это строили одни женщины. Вот, крышу только некоторые перекрывали мужчины, поэтому все тут такое немножко неровное, некрасивое. И постепенно она доросла до такого масштаба. Татьяна – доброволец, как, впрочем, и все остальные, причастные к существованию приюта. Она доучивается в медицинском, уже работает терапевтом, а пару лет назад из своих сокурсников создала волонтерское движение. Добровольцы приезжают помогать в уходе за обитателями этого местечка. Совсем маленькие щенки отправляются на передержку по домам, тоже к добровольцам. У них еще есть шанс найти хозяина, а вот у взрослых ребят вряд ли. Найда у нас где-то в год попала сюда. Сначала никого не любила, мужчин всегда прихватывала зубами, да и меня сначала очень не любила, всегда лаяла. Потом ее забрали домой, она пожила год, ее выкинули. Вот. И мы очень тяжело ее нашли, нам там звонили, вот собака похожа на эту. Мы ее опять сюда забрали. И сейчас она стала такая ласковая, прям сама не своя приехала, уже всех любит, со всеми обнимается. А недавно у нее нашли рак кожи, вот удалили, у нее вот тут вот шрамик. Болит теперь немножко. А это любимица абсолютно всех – Грета. Она беспородная, но ее бывшим хозяевам вздумалось купировать ей уши и хвост, а затем выкинуть на улицу. К счастью, ее нашли и привели сюда, в приют. Здесь она проявляет все свое обаяние и демонстрирует ласковый характер. Это Семен. Он живет здесь со щенячьего возраста. Он такой большой и обнимательный. Его все любят, но забрать такую большую собаку никто, к сожалению, не может. Все эти ребята привиты, стерилизованы, за их здоровьем и благосостоянием тщательно следят. Как и за жизнью тех счастливчиков, которые нашли своих хозяев и дом. Создатели приюта очень серьезно относятся к судьбе всех своих подопечных и хотят быть уверены в том, что собачки или кошки попали в добрые руки. Кстати, забирают обитателей не только рязанцы. Недавно щенка отправили в Финляндию. Он у нас высидел карантин, и мы его отправили. Очень многие животные уезжают у нас в Германию, в Канаду, в США, в собственные дома, в собственные огромные квартиры. Мы им даже завидуем. Сегодня здесь проживает 35 взрослых собак, которые уже вряд ли найдут хозяев. Они живут благодаря добрым сердцам волонтеров и людей, которые жертвуют корм и деньги. Около 20 маленьких щенков на передержке. Они ищут дом. Информацию о таких ребятах регулярно выкладывают добровольцы в своих социальных сетях. Помочь им может каждый из нас. Помните, что такой потерянный или брошенный пес станет преданным и верным другом. Один из самых гуманных и в то же время эффективных способов избавиться от проблемы безнадзорных животных – это кастрация. Процедура способна также увеличить жизнь самого животного, обезопасив его от множества заболеваний. Поэтому ее рекомендуется делать и домашним питомцам, если они не племенные. Главное – найти нужного врача. В клинике Балу такие специалисты есть. Сейчас ветеринарные клиники могут предложить как лапароскопическую стерилизацию, так и стандартную полостную операцию. Поэтому выбор остается за владельцем. То есть, в принципе, сейчас ветеринария у нас достаточно шагнула вперед. Процедура фактически без осложнений проходит. Осложнений каких-либо мы не наблюдаем. После процедуры на несколько дней назначаются обезболивающие препараты. После кастрации у животных в разы снижается риск онкологических заболеваний. Кроме того, и
их характер становится более мягким и стабильным, а периоды острых гормональных пиков сходят на нет. Проведение операции никак не отражается на способностях кошек ловить мышей, а собак охранять. Часто владельцы задают вопрос, изменится ли характер животного после стерилизации. Нет, не изменится, если животное по темпераменту, да, там активное, игривое, в общем-то, это все так у нас с вами останется на прежнем уровне. Да, животные склонны к набору веса после стерилизации. Это касается и кобелей после кастрации, это касается и сук. Ну, здесь следует не перекармливать животное, обеспечивать адекватные физические нагрузки, активные нагрузки. И, собственно говоря, таких проблем, в принципе, может и не быть. Возраст кастрации домашних питомцев начинается с 6 месяцев, но для бездомных кошек или собак возможно исключение. Учеными и врачами не зафиксировано случаев, чтобы кошка или собака после кастрации испытывали физические или психологические проблемы, вызванные исключительно тем, что репродуктивная функция утрачена. А вот если животное не кастрировано, могут возникнуть проблемы с его поведением и самочувствием. Каждая вторая собака так или иначе после течки, месяца через полтора, через два примерно, могут проявлять симптомы ложной щенности. Как правило, это сопровождается изменениями поведения. Животные могут даже проявлять агрессию. Вот. И также может быть псевдолактация. То есть у животных выделяется молоко, и это, ну, доставляет определенные неудобства как и самому животному, также и владельцам животных. Итак, плюсы процедуры налицо. Отсутствие признаков полового поведения. Кошки не кричат во время течек. Коты не метят дом. К плюсам кастрации часто относят возможность решения поведенческих проблем, нечистоплотного поведения, агрессии по отношению к собратьям. Но важнейшим достоинством процедуры специалисты считают снижение риска развития рака молочных желез при кастрации до первой течки. Опухоли молочной железы как у собак, так и у кошек являются гормонозависимыми. И с возрастом, да, у нас может появиться такая проблема. Если мы стерилизуем животное в раннем возрасте, например, у собак, да, до проявления первой половой охоты, соответственно, у нас риск развития данной патологии равен всего лишь 0,5%. Если мы все-таки стерилизуем между первым и вторым эструсом, риск этот у нас составляет всего лишь 8%. Если между второй и третьей течкой, то 26%. Соответственно, если мы стерилизуем животное в более позднем возрасте, то связи между появлением этой опухоли и, скажем так, профилактическим действием стерилизации у нас уже не прослеживается. У кошек, если мы стерилизуем животное до 6 месяцев, то риск развития снижается на 91%. Ну, соответственно, опять же, чем старше кошки проводим операцию по стерилизации, соответственно, эти риски, они у нас не настолько уменьшаются, насколько нам хотелось бы. Так что бояться за питомца не стоит. Распространенные мифы о вреде процедуры опровергнуты специалистами. Рекомендации в клинике Балу вам непременно дадут, на все вопросы ответят. Здесь ваш любимчик в надежных руках. На этом у меня все. Я говорю вам до свидания. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили.